Привет, друзья! Прежде чем отправиться за поисками приключений, хочу вам рекомендовать канал Бармалей 77. На канале вы увидите жизнь водителя автобуса в Германии, путешествия по Европе, покупка-продажа автомобилей и их обзор, покатушки, спортзал и многое другое. Ссылка на канал в первой строке описания к видео. И не забываем подписываться. Привет! Сегодня прекрасная погода, прекрасный день. Мы со своим товарищем выехали сегодня вот проверить эти места. Здесь были у нас старые дома, как вы видите, уже их нету. В общем, будут находки, будем показывать, смотрим, не переключаемся. Друзья, меня позвал мой товарищ, говорит, он что-то отыскал. Сейчас пойдем посмотрим, что у него за находка. Виталь! Где? О! Вот он родимый, да? А мы сегодня, кстати, ехали, я говорю, Виталий, а бы сегодня хоть пятачок какой-то отыскать. И, как вы видите, ребята, мысли они материальны. Сейчас я вам все засниму, покажу. Ну просто бомба, красавчик, смотри какой, а? Ну это, блин, я не знаю. Ну это, конечно, супер. Надо было, я забыл взять щеточку. Это бляшанка 1994 год. А я не знаю, честно, я вот немножко теряюсь в этих догадках. Ну, ребята, мы его очистим и покажем тогда. Водичкой его промоем аккуратненько, не хочу сейчас сильно тереть. Ну, пятачок зачетный, бляшаночка такая. Ох, сила! Вот он, чемпион с Фортуной. Главное, блин, не потерять. Да, главное подальше в карман спрячь. Все, Виталь, продолжаем. Может, тут еще пару пяточков сейчас найдем. Будем надеяться. Да. Друзья, есть сигнальчик. Но еле-еле его слышно. Сейчас посмотрим, что здесь может быть. У нас здесь, блин, медная проволока, ребят. К сожалению, кусок медной проволоки. Друзья, есть цветной сигнальчик. Смотрим. А. Гильза советская, гильзач. Ну, продолжаем. Так, друзья, есть сигнальчик. Очень тонкий, слабенький сигнал. Есть щетки цветной. И у нас попался какой-то цветной элемент, с чего я не знаю. Ну, в общем, такая тут загогулина. Продолжаем. Друзья, у меня есть сигнал. Но чуть-чуть отдает вроде бы как черниной. Глубже лежит.
еще глубже. А, друзья, вот смотрите, это наша ходячка. Наверное, там еще одна монета лежит. Кто-то потерял 50 копеек 2010 года. Оказывается, это ходячка. Еще вроде бы есть. Еще 50 копеек. К сожалению, тоже ходячка. Как они попали на такую глубину, я, ребята, я даже не знаю. Вот видите, да? И снова товарищ с фортуной рубанул какую-то монету. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Какая монета? Маленькая. Маленькая? Ходячка, нет? Не знаю. Все как раз отпечаточек она. Ну, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Ой, куда собралась? Куда? Раз. Империя. Империя. Да. Одна копейка. Сейчас вот скажу, какой. 910. 1 копейка 910 года. Отлично. Я пока хожу по нашей ходячке, а Виталий он рубит империю. Красавчик? Красавчик. Виталий чемпион. Ну, продолжаем. Рядом у Виталия, возле той ямки, которую он выкопал, где выпала монета, у нас есть еще один сигнал. Он здесь. Ну, пробочный. Пробочный, да? Да. И вот здесь есть, ребята, сигнал. Он мне сказал, я тоже проверил, есть цветной сигнал. Сейчас мы его проверим, что здесь. Вроде бы неплохой сигнал. Так, это мы кусок железа выкопали. Это у нас под косарки вроде бы как. Но это вроде бы не то. А не, это было все-таки то. А, дробина, блин. Дроб, да? Да. Картечь, да? Ну, сейчас. Ничего, продолжаем. Ямки обязательно забрасываем. Друзья, ну, Виталий снова отличился у нас. Возвращались мы уже к машине. И смотрите, какой он красивый нашел монетос. Вот он зелененький, смотрите. И там вроде бы еще что-то сигналит. Еще есть, да? Да. Ну, Виталечка, ну ты просто чемпион, я тебе должен сказать. 2 копейки. А, так хорошо, давай сохранчик. Сохранчик бомба просто. 1814 года. Сейчас будет видно, сейчас на солнце вот так вот. 1814. 2 копейки. 1, 2. Да, Виталий сегодня рубит так, как надо. Фортуна рулит. Друзья, 4 часа копа. Мы решили уже собираться, потому что очень сильно солнце печет. Вот наш товарищ чемпион, который сегодня отличился трижды. Трижды, да. И вот, ребят, находки. 4 часа, 2 металлодетектора, вот куча металла. Ну, мы весь металл не забирали, поскольку его было очень много. Это такое забрали, что было рядом возле машины. Вот наш шмурдячок, вот несколько гильз, пуля. И вот самое интересное. Я вот нашел только ходячку, которая была в одном месте.
Вот показывать про нее и рассказывать я не буду. Самое интересное, что было найдено, это Фортуна М. Мой товарищ нашел 1 копейка 1910 года. Состояние нормальное. Песочек делает свое дело. Вот 1 копеечка. Дальше 2 копейки 1814 года. Тоже состояние отличное. И 1794 года 5 копеек. Вот это, ребята, зачетная находка. Мне еще ни разу не попадались такие пятаки. А вот товарищу сегодня повезло. Да. Он чемпион. Друзья, вчера мы с товарищем ездили копать. Вы знаете то место, где он нашел 5 копеек. Пятачок такой большой 1794 года. Сегодня он снова выехал на коп. У меня, к сожалению, не получилось. И вот он нашел, ребята, вот такую вещь. Виталь, я так понимаю, это было недалеко от того места, где был поднят пятак, да? Метров 10. Метров 10, да? Видите, ребята, как говорится, выбитых мест не бывает. Вроде бы рядом проходили, и он отыскал. Вот смотрите, какой. Вот кокарда какая. Я так понимаю, это у нас... И сохран, в принципе, империя, да, сохран очень хороший, смотрите, ребят. Кусок. То есть, а на какой глубине лежал? Не глубоко. Не глубоко, да? То есть, практически сверху. Вот видите, кусочек только отвалился, а так по состоянию очень-очень даже в хорошем состоянии. Ну, Виталий молодец, снова Фортуна М рулит, да? Бывает. Ну, надеюсь, в следующий раз мы вместе выйдем снова на то же самое место, и нужно будет поискать, правильно? Да. Так, ну все, ребята, всем пока и до новых встреч.